Поехали! Сбор! Промеж глаз! Хотя ему уже не поможешь. Мясник? Зоны.
Мясник? Сегодня и только сегодня бой за обладание званием мастера арены. Пусть победит лучший. Начали! Сбоку приходите! Thank you.
Приветствуйте на арене! Кто-то из них сегодня станет мясом на корм собакам. В буквальном смысле. Начнем! Давай, замочи его! Смотри, ты смотри, давай, замочи его! Смотри, ты смотри,
Парень, замочи его! Сбоку пристрели его! Не может быть! Он это сделал! В очередной раз доказав, что не важно, каким оружием пользоваться. Главное, как! Здоров. Ну, я слушаю. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача.
Внимание! Здорово! Скоро на арене начнется новый бой, которым мы насладимся благодаря нашему единственному и могущественному поставщику монстров. Поехали! Осторожнее! Давай, давай, заводи! Давай, давай, заводи! Хотя ему уже не поможешь. Мясник? Мясник? Давай! 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 Давай
Господи! Спасибо, вытащил.
Братишка, давай! Подвигайся, что ты не стой! Сбоку, сбоку заходи! Давай, давай, заходи его! Смотри! Осторожнее! Осторожнее! Да двигайся же ты, не стой! Сбоку, сбоку заходи! Сбоку, сбоку заходи! Да пристрели ты, не смотри, что делай! Осторожнее! Смотри, ты смотри, что делай! Братишка, давай, промеж глаз! Братишка, давай, промеж глаз! Да пристрели ты его! Да двигайся же ты, не стой! Смотри, ты смотри, что делай! Да двигайся же ты, не стой! Осторожнее! Сбоку, сбоку заходи! Сбоку, сбоку заходи! Братишка, давай! Смотри, промеж глаз! Смотри, что делай! Давай, давай, замочи его! Осторожнее! Да ты не стой! Сбоку, давай, сбоку давай, заходи! Замочи его! Мочи его, мочи его, мочи гада! Добивай, добивай! Смотри, ты смотри, что делай! Добивай, смотри, что делай! Да пристрели ты его! Да двигайся, что не стой! Заходи! Промеж глаз! Да двигайся, что не стой! Сбоку, сбоку заходи! Ты ручка, да двигайся же ты, не стой! Братишка, давай, промеж глаз! Мочи, мочи, мочи его, мочи гада! Ты учти, я... Врача! Врача! Хотя ему уже не поможешь. Мясник?
Сегодня и только сегодня бой за обладание званием мастера арены. Пусть победит лучший. Начали! Сбой! Смотри, что делай!
Ты смотри, что делаешь! Мочи, мочи, мочи! Осторожнее! Осторожнее! Это не стой! Давай, замочи его! Замочи его! Двигайся, это не стой! Братишка, давай, промеж глаз! Братишка, давай, промеж глаз! Давай, давай, замочи его! Пристрели ты его! Добивай, добивай! Сбоку, сбоку, заходи! Замочи его! Сбоку, сбоку, заходи! Спасибо. Слушаю тебя. Здоров. Мы верим в нашу победу. Верим в то, что зона будет уничтожена. Здоров. Мир со страхом смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Слушаю тебя. Ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Смотри, что ты делаешь!
Мясник? Не расслабляемся. Не расходиться, ждем. Свободные сталкеры, ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Мужик, ты оружие-то спрячь. Сражаясь с
Да пристрели его, мать тебя! Да пристрели его, мать тебя! Добивай, добивай! Нет! Замочи его! Замочи его! Замочи его! Осторожнее! Да пристрели ты его! Добивай, добивай! Осторожнее! Добивай, добивай! Сбоку, сбоку! Братишка, давай! Братишка, давай! Добивай, добивай! Да пристрели! Поехали! Смотри, ты знаешь, что это не стоит!
Ветераны и охотники, вливайтесь в ряды долга. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Мир со страхом смотрит. Подождем. Ну что, подождем еще? Договоримся.
Двигайся, что ты не стой! Да двигайся, что ты не стой! Да двигайся, что ты не стой! Да двигайся, что ты не стой! Да
Давай! 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 Дав
промеж глаз! Мочи его, мочи его! Добивай, осторожно! Давай, замочи его! Да пристрели ты давай, промеж глаз, промеж глаз! На, хватай! Уважаемые зрители, сегодня и только сегодня бой за обладание званием мастера арены. Пусть победит лучший. Начали! Да пристрели ты, братишка, двигайся, промеж глаз, промеж глаз! Осторожно, братишка, двигайся, что не стой! Понял? Двигайся же ты, не стой!
Братишка, давай, пробежь сложно! Догорайте. Слава новому мастеру арены! Единственный и неповторимый! Ты заслужил это звание по праву! Слава! Thank you.
Ну? Ну, здорово? Поговорить не получится, извини. Колбасу и батоны нынче хреновые делать стали. Мы верим в нашу победу. Верим в то, что зона будет уничтожена. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Давай уже, подходи. Ветераны Чернобыля, как долго? На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Доходит кровосос. Продавливаем Мэрилин. Вот бармен, как положено, томатный сок наливает, сверху водочкой покрывает. Тот все это залпом выпивает. Грызет.
И все это летит бармену в лицо, на стойку, на бутылку. Бармен, это что за дерьмо? Нос утерся, обрезок достал. Что-то странное вы кровососы ставят. Вместо крови вам теперь сок томатный подавать. А вот за беспорядок придется ответить. Класс! Неохота мне с тобой болтать. Ну, здорово. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Добровольцы для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Ветераны Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Время дорого. Рассказывай. Вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. Свободные сталкеры, ветераны и охотники.
это такое, знает кто? Как-то поймали наемники сталкера. Подошли к колодцу, окунули его головой вниз по пояс. Через минуту достают и спрашивают. Артефакты, бабло есть? Он им, нету. Опускает его еще раз, достали, спрашивают. Артефакты, бабло есть? Да нету. Опять окунули и опять спрашивают. Артефакты, бабло есть? Ну, тот и не выдержит. Блин, вы или опускайте глубже, или держите дольше. Но мутные ни хрена не видно. Я тут вспомнил вас. Вообще жить, если такие расклады пошли. Сидят, блин, на своих долбанных блокпостах. И на нашем горбу в рай езжают. А вот анекдот. Привет, сталкер. Подходи, поговорим. Вот такое, знаешь что?